Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Нига Кока, как всегда, отличное настроение. Сегодня у нас очень классный режим, потому что я буду ставить спауны монстров, мочить их. Если будете кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сначала мы поставим один спаун, но с каждым разом я не буду удалять те, я буду просто с 2, 3, 4, а в конце ролика, надеюсь, будет их настолько много, что мы, когда будем появляться, сразу умирать. Ты готов? Да. Погнали, рандомный спаун. А я испугался. Да я тоже испугался, они реально очень круто мочат. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Мы стараемся поднять вам настроение, ну и конечно же снять какие-то прикольные режимы монстров. Смотри, челик какой вверх ногами побежал. Что они такие? О, вот это классный, кстати, пак. Ты смотри, что делает, бежит. Отлично, у меня очень классный пак оружия, поэтому я их мочу вообще. А чем ты их мочишь? А, понял. Патроны кончаются очень быстро. Ну, я его замочу. Классно, давайте дальше. Это как бы оружие, сразу и обзорчик у нас будет. Вот такой вот СМГ есть, не зря мне его дали. Не, никак не надо. Ой-ой-ой, убил. А, нет, это Кока. А, Serious М2. Оружку взял. Ой, да ты, извини. Ты не сюда спал, это мне хочется тебя убить. Отличная оружка. Ой. Маленькая собака с таким большим пулеметом. Пошел, 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 пошел. Мне не нравится то, что мало, еще надо поставить. Не, что-то легко, давай по. Да, 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 я тоже надеюсь. Давайте сразу 3 спауна. Я поставлю здесь там. Спауны нам, чтобы мы там внизу не появлялись, так как они будут просто моментально мочить. Отлично. Ну чё, иди сюда. Ух ты, это было рядом. Ой, бошку ему отстрелил. Пацаны, давайте вместе держаться. Эй, ты зачем так делаешь, дурачок? Только я так люблю делать. О, дробаш. Это, наверное, тоже что-то очень прикольное. Пацаны, вон они стоят. Что не стоят? Давай пойду в притирку, попробуем очкануть. Уничтожает. Отличный дробаш. Он очень скучный. Давайте, например, вот этим трахнем. Ой. Я помогу тебе, я помогу. Я его остановлю. Прикольная базука. Опа, эмочка пошла. Чисто по головам. Смотрите, как монстров гасят. Чё там, пацаны, вовнутрь задел? О, огромный, огромный идет. Огромный идет. Ого, у меня что-то. О, он дрожит землей. Убил меня. Нифига себе, монстр. Ого, орёт, ты слышишь? Да. Так, давай его накажем. Это когда я на улице выхожу, слышу, как его. Слышь, его не могу убить так просто. Давай будем помогать тебе. Ты чё вообще офигел? На тебе эти... А, подождите, вот. А, все, сложил. Именно сложил его. Он так крякснул. А ну по башке. Еще один. А, это может книга появляется? Да, это книга. А так какой-то чел смотрит на нас и убивает. Да-да-да, надо его наказать. С одного раза, что ли, убивает? Что подумал, что можно сделать? Я его убил. О, вообще ничего. Я спрыгиваю, потому что я вижу, вы ссыть, а я нет. Ну чё, все за мной! Сложним сложно, а сейчас, по-моему, уже очень легко. Легко, да? Хорошо, ребята, я вообще этого не хотел делать. Но они меня заставляют. Сделаем это более интересно. Ой-ой-ой. Чё, спрыгивай, сынок. Так, давайте мы возьмем все-таки оружку нашу. А ну-ка. Щенок в голову получи, крякни.
Нет. Не, а, да, убил. Ладно, ладно, говорю, не спрыгивать. Ой, спрыгивать, а сам сижу на нычку. Ребята, давайте мы... Ой, пошла вообще эпическая какая-то битва. Этот именно серию сам два оружия юзает. У нас оружия очень много. Я возьму огнемет. Идите сюда! Вот это вакханально. Ребята, надеюсь, вы не забыли поставить лайкосик, потому что смотрите, что мы для вас делаем. Портим наши компьютеры тем, что такое делаем. А если эти местные тоже будут убить с одного раза? Ого. Слышь, мне придется к тебе подойти. Ага, не даете. Чика раздуплейшн. Давайте что-нибудь возьмем имбовое. Например, вот эту вот кабаку. На! Я разошелся, пацаны. Что у нас еще есть? О, ракетница. В воздухе. Псих. Псих пришел в этот город показать, кто в доме хозяин. Ух ты. Ну что, вам нормально чё скучно? Да эта книга задрала на меня смотреть. Со всех сторон смотрит. А не. Ах ты жопа. Давайте для эксперимента взорвем бомбу и обнулим всех. Все равно все живые останутся. Спауны останутся. О, новые появились. Дотики. Опять дамажат, книжки вонючие. Ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, сейчас я поставлю монстров сам. Таких мощных, которые вы не знали сами. Так, у нас есть. Готовы? О, давайте вот этих челиков с бензопилой, они мне больше нравятся. Все, лимит. Ну давайте пока мисток. Это на... Лимит стоит на 25, давайте на 50. Чего же мелочиться? Мы люди взрослые уже. Окружили нас психи с бензопилами, что ты будешь делать? Все. 50. Ой, одного даже поставил не там. Пацаны, вы где? Че, я их боюсь, у меня базука в руках. Отлично. О, пошло. Вот. Нига тоже, я вижу, мочит. Остались только мощные мужики. О, давайте попробуем сделать самоубийство. Ну, красивое. Ты видел? Боже, как это круто! Всех убиваешь самоубийцами. Мне нравится, но я живой. Офигеть! Мощный. А я не ожидал, что она так мочит. Я тоже так хочу, сейчас будет. Тебе понравилось? Я хочу со стороны посмотреть, как это. Ребята, 50 штук, как обычно. Ни на одного меньше, да, у лимита. Все, лимит. Ого, они кувалда бьют, ты слышишь? А я не боюсь их. Они медленные. Да, они медленные, не бойся их никогда. Он дойдет и оружку. Ой, огромная бомба. Давай, я смотрю, как ты их мочишь. Где ты? Эй, они ко мне уже подходят, быстрей! А я что-то не это. Serious Sam 2 надо. Serious Sam 2? Serious бомба называется. Эй, вы там что деретесь? Что-то вообще не медведь. Да? Ну это мясо, чисто мочить их. Покажи стрелой в голову, как оно мочит. Да! Ты даже не попал. А не. Попал. Ладно, ладно. Я вышел на охоту. Главное, чтобы они бомбы не ударили.
Ну-ка, попробуем бомбу взорвать. Эй, я сейчас попадусь в ловушку. Еще чуть-чуть. Слышу, на ту штуку ударил, чтобы по мне попасть. Эй, не дерись. Это мой друг. На тебе по это... Ага. На тебя дробашом в голову. Красава в голову. Ты чё огрызайся? Так, мы с тобой разошлись. Давайте что-нибудь посерьезнее возьмем. У нас же очень много крутого оружия. Подожгем их. Все горит, вот три. Как это все красиво смотрится, мне нравится. Жгем и здесь немножечко. Ой, это бомба была. Ой, как этот Биг Босс был. Просчитается. Компьютер выдержит. А они живые. А их не берет с этого пака. Знаешь, как его надо брать? Грендвич. Давай сейчас. Давай я уже. Ух ты! Неплохо откинуло. Эй, хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!